уважаемые любители хоккея, мы помним ситуацию, которая была год назад. И видим то, что сделано сегодня. Да, действительно, появился партнер у нас, который также увлечен хоккеем. Мы верим в нашу команду. Мы надеемся в том, что этот сезон сложится для нас успешным. И то, что небольшая накладка техническая и чуть-чуть смещение, ну, давайте, наверное, примем эту ситуацию, да? Многое сделано, многое готовится. Хочется как можно лучше, чтобы было все для наших болельщиков.